Друзья, и мы вновь счастливы вас приветствовать из недр главного магазина сети компании «Сплав», который расположен в столице нашей Родины, по адресу улица Кечерская, 16. Со мной специалист компании «Сплав» Кирилл, и сегодня поговорим про... Что не ты поговоришь? Я ничего не буду говорить, потому что я вот это все вижу впервые. Редкий случай, когда я знаком с предметом чисто умозрительно. Новинки перед нами. Да, новинки нашей тактической серии. Прежде всего, хотел рассказать о том, что у нас появилось поло тактическое в новой расцветке. Поло тактическое существует в нашем ассортименте уже года два примерно, именно из синтетики. И вот мы сделали вот такой вот замечательным серым. В сером цвете, друзья. Люди просили, мы сделали. Все просили серый цвет. Вот он, серый цвет, друзья. Серый цвет в наличии. Значит, также у нас появилась новая модель тактических брюк. Оникс. Тоже серый. Серый и черный. Он такой, знаете, черный, как будто серый. Ну, то есть, он такой серый, светло-серый, темно-серый. Можно сказать антрацит, но у нас он называется черный. Я просто не знаю, как передает камера, но я вот вам говорю, что вот это прям светло-серый, а вот это прям темно-серый. Но он не черный. Потому что черный, это такой, знаешь, совсем, редко кто использует такой. А вот такой вот он прям приятненький. Для города прям выглядит очень хорошо. Значит, основная ткань – это нейлон. То есть, по сути, брюки являются универсальными. Не летними, не зимними. В принципе, для использования круглогодично. Единственное, там где-то при температуре 25-30, в них будет жарковато. То есть, еще раз повторюсь, это основная ткань нейлон с небольшим количеством эластана для того, чтобы дать некую свободу эластичности. Эластичность есть. Все характерные признаки тактических брюк тут присутствуют. Колени усилены, колено артикулировано. Боковой грузовой карман с дополнительными складками для увеличения объема. Карго-карман, так называемый. Внутренняя организация в нем есть, кстати. Да, обязательно. В нем есть внутренняя организация, которая позволяет разместить какие-то мелкие предметы, чтобы они у вас не болтались по карману. Значит, также на передней части есть два врезных кармана, в которых носится мультитул, нож, сотовый телефон в быстром доступе, если он вам нужен. Значит, боковые карманы с усилением под клипсу. Соответственно, при ношении ножа на кармане клипса не протирает край кармана. Значит, широкие шлевки с вот такими петельками, элементами, которые позволяют что-то подвесить. Панты, видите, спайдерка. Ну, а что делать? Пояс подрезиненный. То есть, в принципе, можно носить без ремня, но с ремнем будет все-таки надежнее и лучше. Задние карманы. И задние карманы также на липучке и на клапане. Ну и плюс, конечно же, классическая ластовица для свободы движения. Слушай, я никогда не обращал внимания до тех пор, пока вот я не сравнил вот воочию брюки с ластовицей и без. Это, такие две больших разницы. Вообще просто не. Вот джинсы, да? На мне просто, тактические джинсы от компании «Сплав», вот они с ластовицей сделаны. Вот одеваешь, вот они вроде, они сидят нормально, где не широко, везде все хорошо. Но она настолько позволяет свободно двигаться, что... Поэтому прям это... Это вот в данный момент это, конструктивная необходимость для любых тактических штанов. Потому что тактические штаны подразумевают тактические действия. Кунг-фу там всякое там, ниндзюцу, поэтому можно там все, короче, по фэншую. Ну это я прям понимаю, новинка-новинка. Да, новинка-новинка. Прям вот она вот только что, да, появилась. Да. Друзья, я посмотрел, то есть на первый взгляд, поло прям очень мне понравилось на первый взгляд, прям вот я посмотрел, прям очень понравилось. Что касается ониксов, я скажу, что правильно сказал Кирилл, на мой взгляд, такие, знаете, универсальные брюки. То есть это, я не могу сказать, что это лето, да, но это вот в течение всего года вы можете их носить. Опять же, 100% синтетический состав говорит о том, что, во-первых, они будут у вас износостойкими, однозначно. Во-вторых, это говорит о том, что они у вас будут быстро сохнуть, даже если промокли. Да, именно так и происходит, потому что из подобной ткани у нас давно уже в ассортименте есть брюки Меридиан, тоже заслуженный
пользуется популярностью. И вот по моему личному опыту, меридианы таскаю уже третий год. Ну, в общем, что я бы выделил, самое главное, цвет. Конструктивные особенности, карманы, как цвет. Серый цвет все просили. Я специальный опрос устраивал. Да, было. Все, вот все просили серый цвет. Пожалуйста, серое поло, серые брюки, серые одни, серые другие, какие угодно серые. Все для вас. Спасибо. Нет. Друзья, а вы думайте сами. Мы вам показали, а вы думайте сами. Решайте сами, иметь или не иметь. Да пребудет с вами сила. Пока. До свидания.